поучаствовал в конкурсе, выиграл билетик в кино. Молодец. А, билетик в кино. Ну что, ты сама, да, будешь тянуть? Так, хорошо, ну что? Тяни любой. И покажи. Нет, куда? Подожди. Так, покажи. Давай посмотрим, что у нас за задание. Читай громко-громко, умеешь? Давай. У нас танцевать! Танцевать, друзья! Танцевать, друзья! А можно какую-нибудь веселую музыку сейчас включить? Можно включить веселую музыку, да? Желательно скибиди, если есть. Если есть, конечно, друзья мои. Сейчас наши участники, в общем, должны выполнить это задание. Это будет такая путевочка в следующий тур у нас. Путевка в следующий тур. Ну что, если готовы, то... Друзья мои, кто знает эти адские движения? Давайте их сделаем, да? Вирусный трек, вирусный хит. Ангелина, я знаю, ты знаешь. Я знаю, да. Иди сюда. Давай, я не могу, я не умею. Я не умею. Иди сюда. Надо. Давай я подержу все. Помоги людям. Покажи волшебное движение. Ладно, 5, 4, 3, 2, 1, сложно. Если бы я оказался под этот трек, я бы просто встал, бы расплакался, мне кажется, и ушел. Ну, друзья, очень скользко. Будьте поэтому осторожны, да, чтобы никто не упал. Ребята, вы согрейтесь, но аккуратно, очень прям, прям скользко. Поэтому я делаю более активно, чем вы. Хорошо? То есть я прям буду от души, а вы как бы так, с учетом льда. Все, друзья мои, поехали. Наша тренировка по зумбе начинается, ну а мы готовим розыгрыш главного подарка. Поехали, друзья. Ángel y ti, y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle... Извините, Максим, можно вас попросить сюда? Давайте, вот я думаю, что вам доверяют абсолютно все. Сейчас ваша задача, да, не задумываясь, я открою вот эту коробочку, ваша задача... Вытащить. Первый, любой. Ну, перемешать бумажечки своей рукой, вытащить одну из них. Так, друзья, вот они здесь все 10. Так, пожалуйста, перемешайте. Аккуратненько, чтобы никто не выскочил из них, да? Из наших это, лотерейных билетиков. Да, достаем одну бумажечку. Итак, пока не разворачивайте. Так, друзья мои, подержите, пожалуйста. Итак, ну что, Ангелин, разворачиваем сейчас. Давай я сам. Ага. И... Все, спасибо вам за помощь. Все, сейчас с вашей легкой руки кто-то из наших участников получит главный подарок. Итак, этот участник, чей номер телефона заканчивается на следующие цифры. 28-40-8-4. Друзья, ну вот так вот, вот так вот. Ну что, давай, вы все большие молодцы, поаплодируйте нашим победителям, и мы с удовольствием вручаем. Вручаем нашим победителям сертификат номиналом 2000 рублей на ужин. Нормально. Я думаю, что если вдруг у вас не получится, то есть кому такой подарок преподнести. Это вам отличного настроения. Друзья мои, было все максимально честно, видели сами, все было на ваших глазах. Мы благодарим всех вам. Святого Валентина. С днем всех влюбленных. К этому празднику могут относиться по-разному. Кто-то считает, что это не совсем наш праздник. Но ведь любовь — это чувство, которое объединяет абсолютно, абсолютно всех. С праздником вас! Спасибо за участие. И, конечно же, всем вам в жизни огромной-огромной любви. Ну что же, друзья, до новых встреч. Будем рады видеть вас каждый день в нашем парке. Конечно же, любви и огромного счастья вам. Пускай любовь всегда согревает ваши сердца, несмотря... Только нас, но и в первую очередь друг друга. Итак, друзья, мы всегда рады видеть вас настоящее и разделенное. С праздником всех, друзья, и до новых встреч. Пока!